Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз суверенного кредитного рейтинга Грузии с негативного до стабильного. Агентство подтвердило рейтинг на уровне BA2. Согласно сообщению пресс-службы Минфина Грузии, основной причиной улучшения прогноза служит оценка уязвимости страны геополитическим риском на более низком, чем раньше, уровне. Сильными сторонами рейтинга являются высокие темпы роста, устойчивость экономики к шокам, сильная институциональная база, финансовая стабильность и снижение инфляции. В 2024 году ожидается на уровне 5,5%. В будущем будет твердо сохраняться фискальная стабильность, что обеспечит поддержание низкого уровня долга и сохранение нисходящей тенденции. В последние годы положительно оценивается тенденция к снижению дефицита текущего счета и считается, что это не временное, а структурное улучшение, которое является результатом высокой бюджетной дисциплины с одной стороны и проводимых реформ с другой.